Привет, вы на канале Час Ремонта. Сегодня у нас на обзоре электропила Hütter ELS-2000P. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Электрическая цепная пила Hütter ELS-2000P – нужный инструмент для малых объемов работ в саду, заготовки дров. Электродвигатель расположен поперечно, а длина сетевого кабеля составляет 35 сотых метра. Пила имеет массу в 7 кг и средний уровень шума в 64 дБ, что делает работу комфортной. Срок службы прибора увеличивается за счет автоматического смазывания цепи. Емкость масляного бака составляет 125 мл. Сбоку находится индикация масла в емкости. Сбалансированная конструкция облегчает использование инструмента. Удобная задняя рукоятка небольшого размера с пусковым курком жестко сидит в руке, что способствует надежному удержанию электропилы. В основании рукоятки предусмотрен специальный фиксатор для предотвращения отсоединения штекера от розетки. В комплекте, кроме самой электропилы, вы получите пильную шину на 16 дюймов, цепь, универсальный ключ и документацию, упаковку. Картон. Инструмент имеет мощный двигатель в 2000 Вт и длину направляющей шины 400 мм при шаге цепи 8,26 мм. Регулировка натяжения пильной цепи производится при помощи специального винта, расположенного с правой стороны корпуса. Для безопасности оператора включена функция тормоза цепи и блокировка от случайного включения прибора. Еще один плюс – быстрое срабатывание тормоза двигателя. Преимущества – автоматическая смазка цепи, есть индикатор уровня масла, малошумность, не выделяет токсичных выхлопов, что позволяет работать в закрытом помещении. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Натяжка цепи неудобная. Шнур постоянно выдергивается из розетки. Цепь периодически слетает. Качество изделия посредственное. Пластик крышки цепи хрупкий. Плохая штатная цепь. Большой расход масла. Но есть и позитивные отзывы. Мощность хорошая. Есть тормоз цепи и аварийный останов. Нет течи масла. Простая в управлении. Прорезиненный корпус. Цепь одевать просто. Есть индикация уровня масла. Удобно держать в руках. Нет ощутимой вибрации, руки не гудят. Возможно, вы станете владельцем этой модели электропилы. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!